Боже, мне 44 года. Но как можно было повестись на фразу «закрой глаза, открой рот»? Вообще не знаю. Зато я знаю чаечка. Ребята, всем здорово. Саныч на связи. Я всех очень рад приветствовать у себя на канале. Счастья, здоровья, вам удачи в личных делах, в личной жизни. И пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас дела и что вы пожелаете Санычу на Новый год, ребята. А для меня самое главное — это здоровье и денюжки. Ладно. Как можно было повестись на фразу? Ну, короче, вы поняли, слышали, да, что она сказала? Да как, сосать хочется, вот и повелась. Вот фото сказочки конец, а кто слушал, тому леденец.